мамопластики с имплантами 300 мл возможно, если ходить без поддерживающего белья? Белье никаким образом не влияет, не профилактирует никакой ПТОС. Это самое главное, что вы должны запомнить. ПТОС вам возможен в любом случае, потому что, ну, пока мы живем на Земле, поскольку гравитационные силы уж больно агрессивно воздействуют на человеческое тело. А насколько быстро оно может наступить, здесь уже подключается много индивидуальных факторов, начиная от массы тела, толщины кожи, степени растяжимости соединительной ткани, ну и так далее.